Всем привет! Сегодня будем готовить рисовое тесто. У меня 1,5 стакана рисовой муки, 1/3 чайной ложки соли, 1/3 дрожжей, 1/3 чайной ложки дрожжей и 0,5 стакана воды. Все это перемешиваем, наливаем воду и замешиваем тесто. Я замесила, теперь даем ему постоять чуть-чуть. У меня здесь два мяса покрученных и добавлен лук. Мясо 2 порции, лука 1 порция, 2 к 1. Посолено, поперчено. Займемся начинкой для пинце. Я натираю картошку на корейской терке, присаливаю картошку, даю ей постоять, чтобы немножко вода вышла. В мясо добавляю чайную ложку острой приправы. Здесь у меня чеснок, зелень, укроп и острый перец. Картошку отжимаем, лишнюю влагу. И вот эту отжатую картошку кидаем в мясо. Смешиваем картошку с мясом. Начинку перемешали. Берем кусочек рисового теста. Катаем колбасочку. И нарезаем. Раскатываем. Ну, не тонко, вот так. Начиняем. Включаем огонь под сковородой, наливаем масло и выкладываем наши пельмешки рисовые, оставляя расстояние между ними. Разложили и теперь даем чуть-чуть прижариться. Вот когда они стали вот чуть-чуть перехватились с той стороны, наливаю воду до половинки и закрываю крышкой. И огонь у меня средний, немного огня. Вода в пельменях на пару выпарилась уже, но мы продолжаем жарить до румяной корочки снизу. Наши пельмешечки готовы на пару, вот так они перерумянились. Снимаем с огня, можно есть. Наши пельмешки жареные. Очень вкусно.